В итоге с этой таверны вываливаются две какие-то курицы, блядь. Женщина бальзаковского возраста. Да. Я хочу играть себя полный. Кто ставит дизлайки, тому яички. Иван, что, мы сегодня будем с тобой пробовать? Мы сегодня будем пробовать папин самогон. Надо попробовать по-любому. Грех не попробовать, но... Естественно. Привет! Никита, очень приятно. Излёг, цунами. Начинается папарази. Ну чё, так классно, челочка стоит? Я укладывал. Ну полезно для крови. До кровообращения. Да, кровь гонять. Я вообще попил вина, проснулся сегодня, как будто вообще, блин, заново родился. Те, кто говорят, что вино плохо, не знают ничего о здоровом образе жизни. Не знают вообще про жизнь. Ничего, ничего не знают. Да. Бегают, да, только кстати, коленки. Две бутылочки в день минимум. Бегают, только коленки стирают. Со стороны супер, но это все нормально, как бы. Ждали такси. Ждали такси, да. И мы в таверну не ходили. Нет, мы не ходили, нет. Да, вот. Ваня хотел очень пойти, но я его отговорил. В итоге с этой таверны вываливаются две какие-то курицы, блядь. Женщина бальзаковского возраста. Да, хорошо, женщина бальзаковского возраста. Одна орет на мужика, другая так просто рядом. И Ваня что-то решил ее успокоить, но в итоге она от нее чуть не получила, от этой женщины. Зонтиком принесла. Зонтом хотел меня побить. Да, да, да. Ну я бы с ней разобрался. Ваня так... На ручках? Да, ручки, лапками. Ваня так... Работал, покидал бы и все. Покидал бы ты ее. Ваня такой, не, ну пожалуйста, успокойтесь. Че ты успокойся? Ты кому это мне говорит? Да заткнись ты, палка. Да я таких как-то напополам ломал. Ваня, не, ну пожалуйста, успокойся. Ничего себе. Че вы это? Самое, я даже, а я вот не помню, разводится. Если бы я помню, сразу был лоу-кик бы, я бы там. Да, да, конечно, лоу-кик. Я говорю, лоу-кик, а не нормальный кик. Лоу так просто поп на отходике, отошел такой, поп-поп. Я уже был потерянный, просто ты не ожидал от такого исхода от нее. Я хочу играть себя полный. Повтор. Не получилось. На болгарку волк смотрю. Моя болгарка тебе в рот не влезет. Ну конечно, поменяй сначала, блядь, ёпты, блядь. Шлифовальный ебаный. Полировальный, сука. Так, вот как ты зубы отделил. У нас и дружба, мы все друг друга уважаем. Уважаем, да. Ты знаешь, я за сегодняшний день лучше поздравления не слышу. Меня хуесосили, блядь, после грива, блядь. Просто я вот реально не ожидал. Не-не-не, только в рот. За кого мы пьем? За Леху Цунами. Чи-чи-чи. Я не понял. А тут дверь открывается, блядь. Я не понял. У кого тачку отжал? А? У кого тачку, блядь, отжал? Да у обрык там всяких. Местных. Здорово. Здорово. В общем, такой план действий. Сегодня у Елены, ну у этой. Сегодня два праздника. Первый праздник у Елиночки день рождения, а второй праздник она переезжает на новую квартиру. Уже вчера отметили. Ну, вчера переехали. Ну, какая разница? Сегодня мы все собираемся, будем тусоваться, обниматься, целоваться, пить, выпивать и
добра на... Чего? Добра наживать. Вот, да. У меня же тоже подарочек есть больше. Что там? Ну поставишь на полочку, да? Держи. На полочку? Да. А что это такое? Скажи, Фил, ты же смотришь цунами, блядь. Обязательно посмотрю лёгкий цунами. Всё, Андрюха, положил, смотри. Хорош. Давай. Показываю, блин. Вот, а, вот эти вот. Лёха цунами до того, как стал известным. А видел? Ну это получше. Давай я тебе. О, вот это хорошо попал. Нормально будет. Чего? Не, Фазенда своя тоже, да? Подожди, на Фазенде хорошо даже официант, правильно? А где Фазенда находится? В центре. Центр. А, в Ленинском. В Риге, правильно? Точно? Точно. Хорошо. И тебя проверяю просто, мало ли. А где ты живешь? На около Пензе. Около Пензе. А я около Йогурт. Это, если что, это моя подруга просто. Как бы. Там же видно, что ну, как бы, ничего лишнего никто никому не позволяет. И... Ну, у вас это было серьезно? Вы целовались? Нет. Ты нет? Вообще крещеный? Я да. А ты? Нет. Да. Вот крест. Like how you figure, get figures and fucking bitches. She rolling switches for her bitches. I bought my new. They say money make.